Покажись. Чёрт, вы опять каску на меня напяли? А я какая красивая. Командирский, белый, не желтый. Значит, сейчас саму стройку не снимаем. Планировочки. А, на территории. А, хорошо. Вот теперь свою открывайте, где двушка евро такая. Двушка евро, то есть такого необычного цвета, да? Да. Вот это она. Да. Вот мы зашли, смотри. Угу. Коридор, здесь прямой коридор, здесь сломанный. Что делать? Так, коридор есть. Так он остается, ванна с одной стороны. Стенка вот здесь идет. Здесь сравниваем, да? Да, равняется. Вот это убирается, вот эта стена убирается. А, вот это будет такая большая кухня, да? Да. Вот эти две комнаты объединяются, мам? Вот это можно сносить, да? Ну, у вас это будет уже снесено. То есть вот эта комната у вас будет соединена. Здесь уже ничего не будут строить, потому что уже все пошло. Частный сектор. Ну, здесь, правда, 55 квадратов, а здесь 51. То есть, здесь получается 10-15. Эта квартира сколько квадратных метров? 51. Это то, что мы... Вот эту, да? Да. Которую... То есть мы убираем вот эту перегородку. Вот, чуть меньше коридора. И здесь можно объединять ванну с туалетом или нет? Да. Давайте по схеме у вас посмотрим. Потому что каждый... Вот здесь вот, а вот она. По-моему, можно. Вот здесь она, а, здесь она объединена. Здесь она уже будет. Ну, классно. Ага. И тут большая, да? Тоже с балконом. Два балкона. Здесь не два будет балкона. Здесь будет, да, и да. Мы смотрим приблизительно на него. Мы не смотрим то, что... Да, 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 понятно. Дом, видите, он отличается. А вот это уже все? Это отделка, уже все. Да? Вот это такая. Но она. Просто такая же. Ну ничего, Слава, посмотри, хорошая, а предчистовая, да, качественная? Ровный пол, ровная стяжка, стены готовы, клейки, обои готовы. Ладно. Пойдемте следующий. Коридор такой большой, слушай, смотри. Коридор хороший. Коридор квадратный, хорошо, да, что он, да, квадратный. Сейчас смотрим полукруг балкона. С полукругным, это классно. О, какие подъезды. О, здесь уже модерновый такой. У нас в 61-м там еще люстрочки висят, как под классику. А здесь уже модерн, да? Круто. О, смотри, здесь еще отдельная. А, тут два тоже на два выхода. Ой, какие классные. Вообще. Да. Дворик подготовлен, все вымыто, вычищено, все, двор готов. А тут в ноябре, там еще ничего не сажалось, тут подготовится. А в октябре мы с вами проходили, это октябрь. То есть уже видно. Так, теперь идем.
Так, теперь здесь будет совместный ванна-санузел, поэтому эта стенка уже сюда ближе. И там место, вот смотрите. Место освободится для шкафа, да? Вот она пошла, точно сюда уезжает, да, как раз. Так, это мы какую сейчас смотрим? Вот это, что я, мне понравилось, да? Место под шкаф освобождается. Кухня выдвигается, понимаете, вот на этом месте. Вот балконы. Вот отлично, вот это мне нравится, да, планировка. Как раз Промо. Такая будет и балкончик красиво. По ширине такой же, да, балкон? Да. Так, а какие этажи остались? Блин, это мало. Четвертый этаж вот нам. Да, мне тоже хорошо уходит. Не, ну она, блин, да, она прям. Так, еще здесь плюсом идет в этих домах, смотрите. Интернет, уже антенна, уже сюда заведен. То есть вам уже штробить ничего это не надо. То есть вроде потихонечку плюсы добавляются. Не, ну только это сколько кусок работы какой-то. Да. Деньги платить. Когда еще под кондиционеры начнете заводить, цены вам не будет. Мы давно это говорили, будем доводить. Мы долго добивались площадки для выгула собак. Очень долго. У нас в районе открыли Пятерочку первую. Наконец-то, все ее так долго ждали. Сегодня открытие. Говорят, что она какая-то прям супер-супер. Апельсиновый фреш можно сделать. Ничего себе. Полы здесь какие прикольные. Говорят, что они тут сами пекут. Ух ты, лаваши какие. Возьму лаваш. Какой-то как бублик. $39 такой стоит. Первый удар по стене. Даже сколько сэкономил кирпичей. Тут уже раздолбил ванну с туалетом. Тут была перегородка. Тут туалет, тут ванна. А теперь тут у нас будет общий санузел. Да? Че, дырку сделал? Тут будет кухня. Эту стену мы будем сносить и кухню делать больше. Кухня будет больше аж на вот столько. Вот на это расстояние. И вот эту стену тоже, скорее всего, будем сносить. И тут тоже будет такая кухонная зона. Короче, расширяем по полной кухня-зал. А здесь две спальни. И вид на поля пока еще. Я вот что хочу сказать, да? Вот два дома уже построено. Теперь другой ЖК выкупил, значит, земли. Еще строим. Там, тут. И вот тут как можно дом здесь еще впихнуть, я не понимаю. Как это можно впихнуть? Не впихнуть.
впихиваемые. Это вообще, это 2 метра, что ли, или 3 метра между домами, или что, я не понимаю. И причем это будет 24-этажный дом, будет такой же высокий. Ужас. Ой, что там, пенопласт? У нас стены из пенопласта? Ух ты, как интересно. А я думала, из кирпичей, а оно из пенопласта. Это Нуф-Нуф построил или кто? Не было проблем, купила баба порося. Да? Ой, бенгальский огонь! Как вот так можно лицо не защищать и пилить, а? Скажи мне. Я теперь знаю, где бенгальские огни мы будем сжечь на Новый год. Вот здесь придем и будем сжечь. А я собираю. Мусорнички собираю. Камни. Фух, аж жарко. Слава, это у нас железный человек. Он то угли шашлычные пальцами берет в огне, с огня достает уголь прям голыми руками. То сейчас спилит с искрами в лицо. Нет покоя. Покой нам только снится. Вот, друзья, почему мы так долго пропадали и не выходили с вами на связь. Я спрашиваю, где вы пропали, где вы пропали, все нас потеряли. А мы тут губернские скупали. Раз уж у меня сегодня такой строительный блог, хочу показать своим старшим сыновьям, Сереже и Денису. Они же у меня работают на высотных зданиях, лифты строят. И у них там очень по сейфти, очень все серьезно, они там привязываются. И я вот сейчас стою тут на балконе, смотрю, как у нас стройка происходит. Ходят туда-сюда. По-моему, вообще никто не привязан. Вот этот вот, я не знаю, ходит там слева. Не видно мне, привязан он или нет. Так невооруженным глазом пока не видно, потом надо будет посмотреть. Денис, видишь, как вот у нас тут строители, монтажники, высотники работают. Я надеюсь, ты всегда там привязан у нас. А это примерно... где-то 20 этаж. Thank you.
сильное приближение, поэтому я уже стараюсь не дышать, но не могу. Не могу не дышать, друзья, простите. Интересно наблюдать за стройкой. У меня подружка вот так вот уже живет, у нее напротив стройка. Так они купили бинокль и наблюдают теперь за строителем. Ну там очень сильно приближает, там лицо можно рассмотреть, конечно, вообще. Кухня мне понравилась, здесь снимаю себе, чтобы запомнить дизайн. Kitchen Island здесь такой. Мы тоже хотим Kitchen Island. Потом вот эту стену, покраску, цвет такой я уже тоже себе выбрала. Но я это выбрала, еще не решила, или для спальни такой цвет будет, или для кухни. В принципе, можно и то, и то. И вот эти вот речки мы тоже будем делать на стенах. Здесь такой холодильник. Уже с едой продается. Печка с вытяжкой посередине. А, вот эта плитка тоже мне понравилась здесь. Раковина мне здесь что-то не понравилась. А вот здесь такой living room тоже классный. И цвет вот этот зеленый очень подходит здесь к этой стене. Картинки. Короче, все здесь нравится. И вот этот шкафчик тоже нам есть куда засунуть. Зачем дизайнерам платить по 2000 долларов, когда можно просто в Икею прийти? Тут уже все дизайнеры за тебя поработали. О, вот такой пол вот Владику можно сделать в спальне. Прикольный дизайн Владику. Я вот как раз хотела ему вот такую цементную стену в сочетании с черным, с серым и с кирпичом. И как раз вот тут это все есть. Смотрите, как он классно смотрится здесь, в этой комнате. Кирпич. А тут такая лежаночка прикольная сделана вообще. Сейчас просто пытаюсь представить, как это поместится в мою комнату. Да поместится, у тебя большая комната. Так, а как? Ну смотри, она вот есть, вот эта стена. Как? Вот тут такие балки. Прикольный дизайн вообще. Я вот именно вот так и вижу его комнату, вот так с лампами. Только стол надо ему как-то придумать, чтобы он побольше был, пошире. О, кстати, смотри, можно стол сделать вот так вот здесь углом с продолжением сюда. Тебе же не нужны здесь эти полки всякие. А у меня так не получится, потому что у меня окно тут. Ну и что? У меня в кукол где-то должно быть окно. Мы придумаем, где его поместить, твое окно. Дизайн клевый, да. Да, просто квадратная комната поделилась по диагонали кроватью. Отойди. И смотрится очень интересно. О, это тут за занавесочкой шкаф, да, спрятался? Не, ну у тебя, конечно, не такое будет. У тебя место для шкафа есть нормальное. Низкая кровать специально. Ой. Закрываем, добро. Да. Ну что, до свидания. До свидания. Вам хорошего утра. Расслабьтесь, вы абсолютно не женаты. Отдыхайте. На связи. Владик поехал в лагерь, в Анапу. Так, чтобы нам было. На 5 дней. Лагерь по профориентации. Выбирать профессию. На Мерседесе. Телефон положи, двумя руками веди машину. Водитель.